Шаргейм. Всем привет, и с вами канал Шаргейм, и я Ренус. Сегодня покажу вам в данном видео, как пользоваться программой Cheat Engine на примере игры The Bidding of Isaac Rebirth. Читерская программа у меня уже открыта, и мне всего лишь остается запомнить число, которое я и буду взламывать. Пусть это число будет отвечать за количество ключей. Переход от игры к программе и наоборот осуществляется клавишами Alt плюс Tab. Кликнув по иконке компьютера в верхнем левом углу, откроется окно, в котором нам необходимо выбрать файл .exe, отвечающий за запуск игры. После вводим число, которое запомнили в графу файлу, в моем случае это цифра 2, и нажимаем на кнопку First Scan. Как вы видите, у нас 44382 совпадений, а это значит, что нам необходимо отсеять это число. Возвращаемся обратно в игру и меняем число, отвечающее за ключи. Сделав это, переходим снова к программе при помощи комбинации кнопок. Далее вводим в графу файлу новое измененное число и отсеиваем его при помощи соседней кнопки Next Scan. Возвращаемся к игре и проводим данную процедуру еще раз для того, чтобы уменьшить к минимуму схожие числа. Итак, как вы видите, у меня осталось два значения, одно из них отвечает за количество ключей. Выделяем поочередно оба числа, жмем на красненькую стрелочку, после чего значения переместятся в нижний отдел программы. В нем нам и нужно двойным щелчком левой кнопки мыши вывести окно Engine файла, в котором нам следует поменять старое значение на другое, произвольное. В моем случае количество ключей будет равняться 99. Замораживаем значения, поставив флажки напротив них, и радуемся результату, войдя в игру. Вот и все, игра взломана, но это еще не все возможности Cheat Engine, с ними вы можете ознакомиться, перейдя на сайт Shargame. А на этом все, кому видео понравилось, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, ведь это для вас делать не тяжело, а меня этот факт очень радует и мотивирует снимать новые видео. Всем пока!